У протоиерея Сергия Шумских, настоятеля храма преподобного Сергия Радонежского, сегодня юбилей – 55 лет. Больше четверти века священник служит в храмах Старого Оскола. Начинал в Александро-Невском кафедральном соборе, затем был настоятелем Свято-Никольской церкви в селе Незнамово. С 2010 года окормляет приход церкви Сергия Радонежского. Прихожане любят своего пастыря за доброту, отзывчивость, мудрость, отеческую заботу. За время служения отец Сергий Шумских награжден набедренником, камелавка, наперстным крестом, палицей, медалью и святителя Иосафа Белгородского третьей степени. Вместе с матушкой Натальей воспитывает 11 детей. Завтра, 8 октября, в храме престольный праздник – День памяти преподобного Сергия Радонежского. После божественной литургии с крестным ходом будут организованы мастер-классы для детей, выставки фотографий и рисунков, театральная постановка в исполнении воспитанников воскресной школы.